В картинной галерее в Черкесске открылась персональная выставка «Мелодия души» автора работ Кулина Кубанова. Член Союза художников Карачаева-Черкесии. Чем вдохновляется художник и в каком стиле написаны картины, узнавала Дарья Тендит. Более 40 живописных работ от пейзажа до сюжетных композиций в различных жанрах и направлениях Кулины Кубановой представлены на выставке. В основном художница работает в стиле импрессионизма с элементами экспрессионизма. Кулина Кубанова поделилась, что вдохновляется она окружающим миром, выставками и своими детьми. Определенного стиля, я не могу сказать, что у меня есть определенный стиль. У меня есть и реализм в моих работах, и абстракция, и сюрреализм есть, и импрессионизм с элементами экспрессионизма. Родилась Кулина Кубанова в Черкесске. Еще со школы Кулина хорошо рисовала и выбрала профессию художника. Успешно окончив художественно-графический факультет Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева, будучи студенткой, она участвовала в республиканских, региональных, всероссийских и международных выставках. Название «Мелодия души» было выбрано не случайно. Это выставка отображения окружающего мира через яркие краски. Долгое время я как-то не решалась, если честно, на персональную выставку, но спустя некоторое время я решила просто показать народу, не знаю, свои работы, рассказать о себе, дать знать. Ведь если художник о себе не говорит, о нем и не знает народ. Картины притягивают своеобразием ярких красок и энергичных пастозных мазков. Пройти мимо, не рассмотрев детально каждую, очень сложно. Гости из Швейцарии приехали в нашу республику на каникулы. Они посетили выставку и поделились впечатлениями. Das gefällt mir wirklich sehr gut da. Очень ich finde, ich habe gerne noch ein bisschen grelle Farben und darum gefällt mir eigentlich. Das finde ich nicht schlecht, das gefällt ihm очень нравятся краски, и вот эти картины прямо с левой стороны ему больше понравились, что такое разнообразие красок. Желающие окунуться в мир импрессионизма с элементами экспрессионизма могут посетить выставку до 18 августа. Дарья Тендит, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия.